Всем привет, с вами канал One Game, и вы смотрите быстрый обзор одной из наиболее ожидаемых игр этого года – Dark Souls 2. Несмотря на то, что ее выход на консоли уже давно состоялся, многие ждали ее на ПК, и наконец дождались. Однако сиквел будет лишь косвенно пересекаться с первой частью Dark Souls в сюжетной линии, но механика боя и графическая часть будут во многом сходиться. Действие игры происходит в совершенно новом сеттинге, а сложные по структуре локации радуют красотами и интерактивной системой разрушения, которая была весьма улучшена. Дизайн локаций более чем уникален. Всюду разбросаны скрытые места, некоторые из которых настолько потаенные, что только самый мудрый и опытный геймерский глаз сможет их разглядеть. А завораживающие красоты мира Dark Souls доведут ваши глаза и мозг до оргазма. Остается все та же система чекпоинтов в виде костров, между которыми вы уже с самого начала сможете перемещаться, но которые тоже претерпели некоторые изменения. Перекочевала и система лутания и модификации, но разработчиками был сделан особый баланс, при котором собирательство не будет ключевым моментом игры. В бою же снова придется поломать голову, геймпады и пальцы, потому что сражения не стали легче, а враги приобрели более продвинутый искусственный интеллект, но от этого победы будут более сладостные. Каждый бой будет готовить вам что-то необычное, каждый враг – новое испытание вашей воли и терпения, поэтому даже не надейтесь на тупой мышеклик. Каждая ваша ошибка будет жестоко караться, а с каждой смертью персонаж становится слабее. В целом, чтобы победить вам, придется разрабатывать десятки сложных стратегий, многие из которых заведомо провальные, перебирать сотни вариаций боя, но именно этой сложностью Dark Souls 2 привлекает, и пусть вас не страшат последствия в виде нервного тика. Плюс ко всему, вы сможете помочь в бою другу или же он вам, присоединившись на один отдельный региональный сервер. В этом вам могут помочь особые кольца поклонения, и если же вы поклоняетесь одному божеству, то без проблем сможете увидеть знаки призыва друг друга. Вам придется не раз умирать, не раз бросать в сторону геймпад, не раз бегать в аптеку за успокоительным, и все равно, снова и снова, возвращаться в красивейший, завораживающий, но до невозможности опасный мир Dark Souls 2. Ну а мы можем лишь пожелать вам удачи в бою. С вами был канал One Game, до новых встреч!